Россияне озвучили свои планы по встрече Нового года. Так, 70% будут слушать бой курантов дома, а 24% в гостях у друзей и родных. Есть и такие, которые планируют встретить наступление Нового года в полном одиночестве, но таких не более 2%. Об этом свидетельствуют данные опроса. Большинство опрошенных уже нарядили дома елку. 36% – живую, 41% – искусственную. Каждый шестой россиянин вообще не планирует устанавливать дома елку. Что касается длинных новогодних каникул, то 58%, то есть подавляющее большинство, собираются просто отдыхать дома. Каждый четвертый займется домашними делами и ремонтом. 12% опрошенных навестят друзей и близких. 4% поедут в пансионат или тур за границу. Как всегда, в новогодние каникулы есть и те, кому не до отдыха. Они продолжают работать. Таких в России 9%. Респондентам задавали и такой вопрос – до какого возраста они верили в Деда Мороза? Как выяснилось, 32% опрошенных никогда не верили в сказочного деда, 17% – до 6 лет, столько же – до 8 лет, 5% – до 11-15 лет. К встрече Нового года полным ходом готовятся и нарьян-марцы. Как и где его встретят жители окружной столицы, мы спросили у самих горожан на главной площади Марацей. Новый год всегда отмечаем с семьей здесь, на севере. Нам очень нравится, потому что здесь настоящая зима. Всех приглашаем. Как ты будешь встречать наступающий Новый год? В компьютере. Семейно. С семьей. Ну, как всегда, обыкновенно оливье. Мандарины, шампанское, ну и что-то будет горячему. Настолько красиво украшена площадь, настолько красив наш город, что, конечно, как только пробьет 12 часов, после бокала шампанского на улицу под нашу елочку. Отдыхать, веселиться здесь на